Доброе утро, мои умники, с вами Бодя. Я только что проснулся. Блин, я так устал. Ну, не то, что я спал, как бы, и устал во сне. Нет, я просто всю ночь сидел и смотрел снова фильмы. Надо больше высыпаться, чтобы вам в 10, в 12 и в 2 часа выкладывать сразу первые 3 ролика, а остальные в 7, в 10, в 11. Приходится сейчас в 3:50 записывать только ролик. Вот моя ошибка, ну ладно. Короче, Артур Пирожков зацепила меня. Это пародия от Чёткого Паца, и сейчас мы будем смотреть бэкстейдж. Просьба, можете, пожалуйста, подписаться на наш с вами YouTube канал, поставить на колокольчик, это все, что я от вас прошу, и все. И можете написать комментарий, потому что все люди абсолютно знают то, что я лайкаю комментарии. Да, даже я такой дегенерат, могу лайкать их, так что не переживайте, без лайков вы не останетесь. И я надеюсь тоже. И я надеюсь тоже повторил, а то может не слышно было. И поставь лайк. Хорошо? Хорошо, вот видите, я ему лайк ставлю. Вы тоже мне поставьте. Охренеть. Чтобы вы понимали, вот эта камера, наверное, полляма стоит где-то. Из ТикТока движение. Ладно, чуть кривовато. Ну, над всем клипом пришлось попотеть. Так, где-то... Ну, это понятно, мне кажется, было. Вчера был день рождения, а сегодня съемки. Так и живем. Вчера было день рождения, а сегодня съемки. Так и живем. Перша задумка перша была створити кліп про те, що всіх бісить, всіх роздражає. У мене дуже багато проблем в житті. Іпотека, і я взагалі школьник. Да. От був концерт Монатіка, я на нього не попав. Так. От, всі попали, а я не попав. Тепер треба ходити в психотерапевту, щоб ви розуміли. Що, приємно? Yeah. Блин, я тоже хочу такую штуку купить, она реально офигенная, вы чё? Вы посмотрите, вот вы представьте, вы лежите, вам какая-нибудь подружка берет вот так, и вы все, подтекли. Помогите. Я прям ощущаю себя на голове ее. Пришлось розмовляти з друзями, знайомими, що ж вас бісить, тому що дуже важко опинитись в капкані. Тобто тебе бісить, а другого ні. І треба було знайти максимальну кількість жазових моментів, які, в принципі, характерні для всіх. Ну да. Вся ця клята фігня, прокидається всім нутра, а лягати у два, з дірки новий носок, а басати абадок. Урок. Ось він, наш вокаліст Вадим. Це я. Знову співаю за Вебстера. От ви його не бачите, він за кадром в цій пісні. Кстати, да, я очень удивился, что не этот чувак в главной роли пел. А большое дело другое, молодец. Я думал, то, что будет петь тот чувак, который снимался. Да, 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 выходит. У мене в інстаграмі виходять пародії раз на тиждень, раз на декілька тижнів. Не такі масштабні, як у Паци, але веселі. Теж веселі, жизові. Так що підписуйся. Отут. Так, отут. Підписуйся, да, на мій інстаграм, там класно, весело. Все. Чекаю. Брат, братан, братішка. Не відпустять. Накурили мене з пальцем. Хто хейтери, суки? Друзі, добрий ранок. Сьогодні у нас знімаємо пародію. Ранок, добрий ранок. Добрий день, мабуть, так? Зацепила, и у нас локация кинотеатра. Всего-навсего пару кадров. Но... Охренеть, чуваки, вы сняли целый зал для того, чтобы... Треба для якісної картинки ради пару кадров, съемочная группа. Ради пары кадров? Охренеть, да и у меня еще сверлят, как обычно. Блокбастер Планета Кино. Дякую, ребята, что дали нам локацию для съемок. Дуже вам признателен. И вот... В смысле, бесплатно? Нифига себе, вот он мне также. Установили, привезли актеров. Все для вас. Не халтуем. Готов? Раз, два, три. Ой. Я думал, он башкой типа пробил. А
Саша. Помогают найти свой дзен. Важко. Важко было расставаться с китайскими AirPods'ами. Короче, взяли китайские AirPods'ы и решили порепетировать, как правильно головой махнуть, чтобы он выпал. Вот он выпал и сломался с репетиции. Ну, я думаю, что он сейчас ставится, конечно. Но... Он не ставится. Какие раздавило такси Ашота. Потому что, ну, специально для этого мы их купили и специально для этого раздавили. Вообще не оригиналы, вы что? Они здоровые, видно, здоровые очень. Ни хрена, они настолько здоровые! А, еще была прикольная ситуация, Тёха перепутав знімальні дні и пришел на знімальний майданчик, когда нас там взагалі не было, мы были под Киевом, у Аторвальда помогали ему придумывать. Я понял, короче, он говорит, это я нашим русским объясняю, то, что там Тёха, да, Антоха, наверное, его зовут, или кто, пришел в тот день, когда все были под Киевом, типа, чуваки не пришли, они там отдыхали где-то, вот, а он пришел в съемочный день, думал, ну, точнее, вне съемочный день, я думал, что это как раз съемочный. Клип на его новую песню. Вот. А Тёха думал, что мы снимаем. Во-во-во. Иди все. Огромный даже динозавр. Динозавр. Снизу рыбки. Прибыли. Трубку возьми, и у Тёха звони. Тёха, привет. Привет, Тёха. Иди, мы уже здесь у Аторвальда, у Галича дома тусуемся, снимаем клип, почти снимаем. Я приехал на локацию, тут никого нема. Да какие съемки, алло, Тёха, завтра съемки. Мы тебя вообще тут ждем, уже все банды давно сочинять. Давай геолокацию сейчас Тёха сбросит, приезжай быстрее. А, блин, я забылся, что вы сегодня у Аторвальда. Короче, я ловлю такси и еду до вас. Все, давай, пока. Целую, муа. Давай, все, пока, не отвлекай. Короче, я думаю, динозавр это бред. Взагалі, акторская профессия для нас дуже важка, для блогера. А, так это все-таки правда, а то я думал, что они это спланировали, чтобы рекламу вставить. Поверю, четко упасть, бо мы не профессионалы, мы не володеем технику. Так, смотрю. Нидя, это чай. Чай, правильно. Чай. Скажи, что чай, потому что я бухаю. Хорошо, чай. И завжди витрачаємо час на дублі, щоб максимально точно передати емоції. Ще раз. Да. Але от на цей раз монолог мого героя в кінці, усатого чувака в очках, доставщика піци, записаний був спеціально. Заметили, да? Картинка-то какая вообще. Прям чіткість-чіткість. Хорошого дубля. Сьогодні ми знімаємо локацію кабінет психолога. Психолог это ты. Да, я психолог. Нет, это оставщик пиццы, не гонял. С двухминутным стажем. Минутка истории психологии. Зигмунд Фрейд. Народился... А, да, я знаю его. Хер знакомый, помер, еще больше непонятно когда. Занимался какими-то делами важными, с нами и вопросами сексологии. Теория психоанализа. Да. Придумал, правильно? Вот такая... Книжка у него есть, да? Точно? Зигмунд Фрейд или как его? Я уже забыл снова. Да, он придумал. Теорию психоанализа. Может, даже две таких книжки. Вчите науку, вчите историю, все интересно. Если у вас геморрой, алкоголь, зависимость, наркобарония, все лечится. Ті думки, які я вклав в його вуста, це мої думки власні і... Це не була гра, це була як би крик душі. Блін, я з утра такий панікший, знаєте, дуже мало розмовляю. І у мене ще за вікном туча така чорна, мені аж страшно на неї. Так, ладно. Ти? А то оттуда зараз НЛО вилізе, якщо я буду довго смотреть. Ми намагалися показати цим монологом, що... І ще цим кліпом показати, що люди дуже часто паряться по таким мелочам, по яким... Ну, просто смішно. Ну, да. Переживати. Да, кстати говоря, он прав. Ви знаєте, коли дівчинка плаче, що їй подарили розовий айфон замість голубого, понимаете? Розовий... Да, ти радуйся, що тобі айфон подарили, во-во, правильно говорить. Замість синього, то і для неї це проблема, для неї це стрес, понимаете? У нашого героя відходить від айфона шнур, і для нього це реальний стрес, його бомбить. Якщо подивитися на те, як живуть люди, які живуть гірше, то наші проблеми
взагалі не являються проблемами. Будьте спокійнішими, будьте щасливішими, насолоджуйтесь. Что-то, я не знаю, понял или нет, он говорит то, что если смотреть на эти проблемы объективно, типа, ну это я своими словами выражаюсь, вот, то люди, у которых проблемы вот с этими банально проводами, вы посмотрите, как живут другие люди, а потом уже смотреть на себя. Ну вот типа этого он имел в виду. Тем, что маете, вот так, такие месседжи. Ломь меня, та семья, прокидайте все нутра, а-ля гады у два, с дыркой новой. Носок, обоссатый ободок. Для учителя звонок, а щелбось мой урок. Зато в батоне ток. Ну ми дуже дякуємо, що ви подивилися цю пародію, що ви її зацінили, що ви нас підтримуєте своєю активністю, лайками і коментами. Залишайтеся з нами, попереду краще, попереду більше і попереду нові горизонти. Чекайте на нову бомбу. Ні, а от це я не зрозумів, але осознав, що він сказав. Все, да. Прикольно те, що зараз, коли ми знімаємо це інтерв'ю, наша пародія на другому місці в трендах знаходиться. Мислі відео удалено. Чо? Чё там было сейчас? В трендах находится. Видео удалено, неприемлемое содержание. Артур Пирожков зацепило. Вот, я только что увидел. Вот оно. Охренеть! Монетизации, да. Они даже деньги не получают ни с каких пародий. С юмориста не получают. Охренеть. Блять, в смысле видео удалено? Какого? Да, вот сейчас я немножко прифигел. Короче, что я могу сказать? Мне немножко было сейчас обидно за то, что YouTube удалил видос Артур Пирожков зацепил у четкого паца. Я видел то, что он перевыложил это видео, и получается сейчас оно, ну вот, как бы, стоит нормально, лежит, бринчит, что хотите, говорите. Вот, и все окей. Чем мне вообще понравилось из видео? То, что, во-первых, бэкстейдж очень интересный. Да мне всегда было интересно смотреть бэкстейдж, не знаю, интересно ли вам. Зависит от просмотров на этом видео. Вот. И я могу с уверенностью сказать то, что они именно посыл какой хотели донести, они его донесли. То есть в том плане, что если у вас какие-то проблемы, посмотрите реально других и подумайте, как живете вы, а потом подумайте, как живут другие. И поймете, что ваши проблемы по сравнению с ними, это просто пыль какая-то. Вот. Поэтому спасибо... Сколько я сегодня умных слов сказал? Слов нет. Хорошо сказано. Ладно, спасибо большое, что досмотрели. Вы лайк поставьте, вы прокомментируйте, вы подпишитесь, это самое главное. И колокольчик тоже не забывайте. Те, кто подписан на меня ВКонтакте, я вас добавляю в друзья. Только если вы на меня подписаны на ВК. И лайкайте, комментируйте и репостите все видосы в течение недели. Поэтому спасибо огромное вам за просмотр. И до новых видео, мои умники. Да.